Всем здрасте, с вами опять Комаров Виталий. Вот наша улица новая. Конечно, она еще не вся растаяла. Особо так не видать. Да, в конце ролика, естественно, я выставлю ссылочку на на вид Башмакова с высоты птичьего полета. Сейчас вот все эти ямы, они заполнены водой. Вот такая вот улица. Она, конечно, пошире, чем Гоголя. Вот так вот. Такие дороги. Какие тут 5 сантиметров положенной глубины. Вот сейчас я иду по этой улице. Улица новая. Башмакова. Пензенской области. Асфальт еще проглядывается где-то. Но дорога здесь совершенно разбитая. Она еще хуже, чем наша улица Гоголя. Вон машинка едет. Сейчас посмотрим, как она будет ехать. На новых машинах ездит как по глухой деревне, по ухабам, собирает все кочки. Вот хорошо видно, какая тут дорога. Зато с высоты птичьего полета дорога у нас идеальная. Это самая безопасная дорога. Даже Башмакова, на которой не разгонишься и никого не задавишь. Увеличим, посмотрим, как это поедет теперь. Вот они разъехались. Вот такие дороги у нас. Люди уже здесь не раз вопрос поднимали отремонтировать дорогу, но все без толку. Опять же говорю о том, что центр у нас облагородили по самой не хочу. Вот, наверное, меня увидал и бежать. Все, наверное, достаточно, все понятно. Спасибо вам. Ждите следующих видео о наших дорогах. Не забывайте подписываться на мой канал. Оставлять комментарии, желательно на YouTube. Так что все, пока.